Офигеть, там кровь, посмотри. Ребята, это очуметь. Всем привет, ребята, меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королевы Мистики. Друзья, сегодня мы с вами будем разрезать говорящего Тома, которого я заказала на сайте Darknet. Вот, это проклятая игрушка с запрещенного сайта Darknet, говорящий Том. Сказали, что она настоящая и живая, как кукла Вуду. Вы просто не поверите в это. Поэтому после того, как мы проведем обряд, и эта кукла Вуду на Тома, на говорящего Тома, должна ожить. Я думаю, что это будет очень круто. А перед началом не забудь обязательно подписаться на мой канал, а также поставить лайк. И написать свой самый топовый комментарий, потому что именно он попадет в мое видео, как этот. Ну что, друзья, говорящий Том с сайта Darknet. И сегодня мы разрежем проклятую игрушку в 3 часа ночи. Погнали! Итак, друзья, для того, чтобы разрезать говорящего Тома, нам, соответственно, было необходимо заказать говорящего Тома. А это очень-очень интересная история, потому что попасть на запрещенный сайт Darknet сейчас стало очень-очень сложно, а тем более заказать там какие-то проклятые игрушки. Вы знаете, что на моем канале уже давно не было таких видео, где я разрезаю проклятые игрушки, и наконец-то доступ к этим проклятым игрушкам стал снова открыт. Пишите в комментариях, какую следующую проклятую игрушку вы бы хотели, чтобы я заказала, и мы обязательно закажем и разрежем ее. А также, друзья, после того, как если у нас получится оживить эту куклу Вуду на говорящего Тома, разрезать его, я попробую поиграть с ним в экстремальные прятки. Ну, это будет в следующем видео, а пока давайте приступим. Нам необходима доска для вызова духов или доска Уиджи. Друзья, у меня с собой еще рация. А где у меня вторая рация-то? Неизвестно. Ладно, я ее позже найду, она где-то здесь. После съемок последнего видео я ее куда-то дела. Итак, ладно. Щипчики, чтобы доставать внутренности из кота, говорящего кота Тома. Ножнички, которыми мы будем разрезать. Так, доска для вызова духов, сказала. Кстати говоря, это новое приобретение тоже с сайта Darknet, ребята. Когда я печатаю, точнее, что я печатаю на этой печатной машинке, сбывается, вы не поверите, так я могу призвать абсолютно любого монстра и вызвать абсолютно любого духа. Да, кстати говоря, кто новенький на моем канале, кто не знает, я очень часто вызываю разных духов, пиковые дамы, жвачные гномики, этот, как его, Слендермен, и многие-многие-многие другие. Поэтому, ребята, очень много у меня страшных видео. Заходите на канал и обязательно подписывайтесь. У меня уже есть серебряная кнопка Ютуба. На моем канале уже 750 тысяч подписчиков. Я надеюсь, что ты тоже подпишешься на мой канал, и мы станем вместе дружной, самой устрашающей семейкой на Ютубе. Поэтому, друзья, давайте приступим, не будем больше оттягивать. Я надеюсь, что вы подписались, я вам верю, я вас люблю. Вот, начнем. Для того, чтобы нам провести обряд на куклу Вуду, я сейчас еще поподробнее расскажу. Дело в том, что в эти игрушки, многие пишут, типа, обычные игрушки. Нет, в эти игрушки, изначально, когда их шьют, в них вшивают магические атрибутики. И когда мы разрезаем, мы находим, что внутри. То есть какие-то волосы, это какие-то вещи, которые оживляют именно игрушку и непосредственно как-то связанные с этим персонажем. Поэтому, ребята, то есть внутри что-то есть, и я даже вот на ощупь чувствую, что там действительно что-то есть. Итак, мы обратимся к доске для вызова духа прямо сейчас. Мне необходимо настроиться. Вы знаете, что я обладаю небольшими экстрасенсорными способностями в плане призвания духов, и всегда мне это дается очень тяжело, потому что это отнимает очень много энергии. Мне нужно сосредоточиться, мне нужно пару минут для того, чтобы оживить куклу Вуду на говорящего Тома. Итак, пара минут. Свет на свет, тьма на тьма, приди, я тебя зову. Свет на свет, тьма на тьма, приди, я тебя зову. Свет на свет, тьма на тьма, приди, я тебя зову. Свет на свет, тьма на тьма, приди, я тебя зову. Кстати говоря, я забыла сказать, что в конце этого видео будет новость, не связанная со страшным видео, которую мои самые любимые подписчики так давно ждали. В конце этого видео я обязательно расскажу эту новость, и вы все узнаете, почему я
не так часто снимаю видео, но я исправлюсь, я вам обещаю. Ладно, я настроилась. Доска для вызова духов, наша планшетка, через око которой можно видеть потусторонний мир. Это очень важно. Итак, начнем. Говорящий том, приди и куклу мою оживи. Говорящий том, приди и куклу мою оживи. Говорящий том, приди и куклу мою оживи. Говорящий том, ты здесь, ответь мне. Говорящий том, ты здесь, ответь мне. Вау, смотри, смотри, планшетка. Да, ответила да. Отлично, ребята. Дальше. Говорящий том, ответь, ты в этой комнате? Смотри, 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 планшетка двигается. Очень всегда страшно на этих моментах. Планшетка движется к слову «да». Говорящий том в этой комнате. Значит, он совсем скоро вселится в нашу проклятую игрушку. Итак, ребята, для обряда вселения мне необходимо полить его жертвенным зельем. Напоим его жертвенным зельем и скажем заклинание. Ищи куклу, вселись в нее, вселись в жертву куклу, вселись в нее, вселись в жертву куклу, вселись в нее, вселись в жертву. Вселись в нее. Отлично. Отлично. Чуть не заморалась. Посмотри, как зелье растеклось по доске. Это очень странно. Оно, кстати, не вытекает за края. Смотри, да. Здесь как усы. Это очень странно. Растеклось, как в форме солнца. Очень опасно. Так, ладно. Сейчас я возьму рацию, найду вторую рацию. Я пока оставлю кота. Так, самое главное забыла. Зажечь свечи. Зажгу вокруг кота свечи. И подожду несколько минут. Вообще он должен какие-то признаки подать. Признаки жизни подать. То есть, если у нас получилось и вселился, должны быть какие-то признаки. Жизненные признаки этой игрушки. Ау, ау, никак не могу поджечь. Мне нужно поджечь хотя бы одну свечку. Так, не получается. Ага, есть, 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 есть. Пальцы обожгла. Так, отлично. Так, ребята, мы оставляем кота Тома, берем камеру. Еще я возьму колоду гадальных карт, чтобы поспрашивать у них кое-что. И мы сейчас пока оставим кота Тома здесь, а сами спрячемся. Пойдемте за мной. Кстати, как всегда, меня снимает мой оператор Дима. Всем привет. Вы по нему очень скучали, он здесь со мной. Идем скорее. Так, сейчас, иди сюда. Давай в ванну. Заходи. Заходи туда. Заходи в ванну. Да. Отлично. Так, подождем здесь. Рацию я одну нашла, оставила там. Одна рация здесь у нас. Попробуем связаться. Кот Том. Говорящий Том. Ты здесь? Не отвечает. Говорящий Том, ответь мне, ты здесь? По рации не отвечают. Также у нас осталась скрытая камера. Давайте посмотрим, что происходит там. Через телефон. Через приложение. Так, Том на месте. О, ребята, он шевелит.
Он шевелит руками и ногами. Вы видите? У нас получилось. Он двигается, он ожил. Он ушел, он исчез, он убежал. Он убежал со стола. Обалдеть, он, походу, бродит по комнате. Он ожил, нужно его срочно сейчас поймать и разрезать, посмотреть, что там внутри, оживить. У нас получилось игрушку. Теперь попробуем спросить у карт. Смотрите, самое интересное. Черное – это нет, красное – это да. Смотрите, сейчас будем спрашивать у карт. Говорящий том ожил? Да. Говорящий том убьет меня? Нет. О, слава богу. Говорящий дом... Дом, господи. Говорящий том причинит мне вред? Да. Надо срочно разобраться. Слушай, надо срочно его ловить. Какой вред он может мне причинить? Ребята, давайте отправимся и поймаем говорящего тома, который бродит по моей квартире. Том? Я его не вижу, Дим. Его нет. Может быть, он в этой комнате просто ходит, дверь закрыта. Смотри, тень была, тень! О! Там тень была, он реально там ходит. Том? Слушай, не может такого быть. Я отчетливо видела на камерах, что он двигался и ходил. Почему он сейчас лежит на том же самом месте? Том, ты живой? Мамочки. Том, Том. Не знаю, что это было, ребята, но вы сами все видели на камерах. Он шевелился, и он ушел с этого места. Вы все прекрасно видели. Я не знаю, может быть, оживление кота было таким коротким, но, возможно, оно и к лучшему. Давайте прямо сейчас его разрежем и уже посмотрим, что внутри этой проклятой игрушки. Так, ребята, я взяла полотенце, потому что не хочу испачкать свой костюм в этом кровавом зелье. Что же, приступим к разрезанию говорящего тома. И я надеюсь, что все будет нормально. Итак, у нас есть ножнички, давайте погнали. А! Что происходит? Слушай, он трясется. Обалдеть, тихо, тихо. Сейчас все получится. А, черт, давай. Все. Офигеть, там кровь, посмотри. Это игрушечная кровь. Ладно, давайте достанем. Мне не очень хочется, конечно, руками, поэтому я приготовила пинцет. Давайте аккуратно попробуем посмотреть, что внутри этой проклятой игрушки. Боже мой, какой ужас. Я что-то чувствую жесткое. Где-то там в середине. Очень мне страшненько, знаешь, там это доставать. Так, по-моему, я что-то зацепила. Сейчас, секунду. Так, по-моему, что-то жесткое там внутри. Обалдеть! Погоди. Обалдеть! Поглядите, что это внутри говорящего тома. Ребята, это очуметь. Я не знаю, руки какие человеческие. Дим, сними поближе. Просто какая-то жесть. Погляди. Просто там какой-то человек. Я не могу достать вот это вот все, вот эту всю ткань. Мамочки мои, она такая. Ладно, давай попробуем зацепить, что это такое. Нога вот здесь вот застряла. Обалдеть. Ладно, давайте попробуем достать этого. О, что это? Так тяжело идет, как будто говорящий том не хочет его отдавать. Что это внутри? Обалдеть! Это что, камероголовый? Это что, зародыш или гомункул камероголового? Сиреноголовый в... Нет, это камера. Смотри, у него на голове камера. Это как сиреноголовый, только камероголовый внутри говорящего тома. Вы просто поглядите. Он вообще какой-то чумовой, весь в этой игрушечной крови или краски, я даже не знаю, как это назвать, потому что на кровь это не очень похоже, но
Что там еще? В общем, не знаю. Ладно, неудобно мне этой штукой. Все-таки я попробую достать все кишки оттуда полностью. Смотрите, какой комок. И весь он. Вы знаете, вот я его проткнула, и вот это вот все потекло. Слушай, ну, по крайней мере, я больше ничего не нахожу. Наверное, самым основным атрибутом для куклы Вуду говорящего дома был вот этот вот человек, камероголовый. Silent, этот Слен, фу, как его? Ой, в общем, забыла я, кто это. Столько их монстров. Ребят, ну, в общем, вот так вот мы разрезали говорящего Тома. Достали вот этого камероголового. Ой, жесть, просто я на него смотреть не могу. Я надеюсь, что Том уже не существует, не живет. Но в следующем видео мы обязательно попробуем призвать и поиграть в экстремальные прятки с говорящим Томом. Если ты хочешь это видео, жми лайк. Ну и сейчас обязательно я расскажу новость, которую я вам обещала, друзья. Я беременна 3-м ребенком. Всем спасибо за просмотр. С вами была Королева Мистики. Всем пока!